Здравствуйте! Мы продолжаем с вами разбирать новые вопросы в экзаменационных билетах. Всего их 29. Все 29 можно найти на моей странице, поэтому подпишитесь, если вы хотите сдать экзамен по теории с первого раза, а также понимать и владеть правилами дорожного движения. Итак, сегодня нам достается 7-й билет, 5-й вопрос. У меня две литературы. Литература новая, исправленная, дополненная, и литература старая. Я буду обязательно сравнивать и показывать, критично ли это изменение именно для учеников автошколы. Почему? Потому что есть такие вопросы, где изменилась картинка визуально, мы это видим. Есть такие вопросы, где изменился сам вопрос, либо варианты ответа, какие-то дополнения. А есть такие вопросы, которые вообще не поменялись. И у студента взаимный вопрос, а что здесь такого? Почему он вошел в список 29, которые изменились? Потому что изменился комментарий. Давайте смотреть. 7-й билет, 5-й вопрос. 7-й билет, 5-й вопрос. Смотрим сначала в новой литературе. Визуально смотрим на картинку. Такая картинка была, да, я ее помню. О чем она нам говорит? Это интересный перекресток, который внутри имеет дорожную разметку, белую прерывистую. Эту разметку пересекать можно, то есть она нас не обязывает повернуть налево. Она говорит, вы можете продолжить движение в других направлениях. Эта разметка делается для чего? Когда очень много полос поворачивает налево, то для того, чтобы в процессе движения мы выдержали безопасные боковые интервалы и не шоркнули друг друга, рисуется разметка для визуальной траектории выполнения поворота налево по параллельным траекториям, когда несколько машин поворачивают в одном направлении. Это очень классно. Пример в городе Новосибирске – это площадь Ленина, которая имеет 7 полос в одном направлении, которая имеет поворот налево в 2 проезда, для того, чтобы водителям было легко выполнять данный маневр внутри перекрестка, наносится эта классная разметка. Поэтому не обязывает, пересекать можно. Вот две фразы, которые вы обязаны помнить и записать себе в тетрадку, если вы ведете лекции. Так, читаем вопрос. Что обозначает прерывистые линии разметки на перекрестке? Если я не ошибаюсь, такой вопрос у нас уже был. Поэтому давайте сразу начнем сравнение с предыдущей и посмотрим, а что же здесь изменилось. 7-й билет. 5-й вопрос. Вот так мы будем с вами прям сравнивать. Итак, это было, это стало. Картинка осталась прежняя. Текст вопроса остался прежний. Варианты ответа остались прежние. Что же изменилось? Так вот, есть такие моменты, когда вот в этом изменении ученик вообще не найдет. А изменился в данной ситуации комментарий к этому вопросу. Чуть-чуть изменился комментарий. Согласитесь, это не критично. Но этот вопрос вошел в список 29, которые поменялись. Поэтому, друзья, нас больше напугали, что что-то изменилось, что придется все переучивать. И те ребята, которые находятся сейчас на грани, учились по-старому, сдавать по-новому, они говорят, ой, ужас, я из-за этого не сдам. Да нет, нас больше пугали. На самом деле критичного ничего нет, и я вам показал. Поэтому в данной ситуации ответ будет, что это полосы движения в пределах перекрестка. Ответ будет номер 2. И мы сразу открываем комментарий, проверяем себя. Ответ 2. Да, действительно, поэтому в этом вопросе изменился только немного текст комментария. Для ученика, ну, абсолютно не критичное изменение. Подписывайтесь на меня, и мы продолжаем разбирать следующие изменения в билетах.